Итак, друзья, это 21 февраля, а погода абсолютно весенняя, солнце светит, снега нет. Чтобы вы понимали, в марте обычно снега до хрена, и тает он к 10-11 апреля. Я это знаю, потому что я прыгаю паркурчик и каждый год слежу за этим. А тут какой-то шиздец. Ай да фак, это происходит, ребята, мы походу все скоро умрем, либо будем жить в Африке.